Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Вассалату вассаламу аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин амма баъд. Бетен галемнарны юктан бар кылып, бизни нигматландырып, ризыкландырып туруучу бирден бир Роббибиз, бирден бир илахыбыз болган Аллаху субханаху ва тааляга айткан хамд сана мактауларыбыз болсун. Соңгы пайгамбарыбыз, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямга айткан салават сәлемнәребез ирешеп торсын. Роббибез безнең Аллаһы Тәгалә һәм соңгы пайгамбарыбыз Мухаммад Амин саллаллаху алейхи ва саллям дип шәһадәтләребезне әйтеп яшәргә Аллаһ Роббул Айза һәр беребезгә насип булсын. Алхамдулиллаһи Роббил Аламин, без сезнең белән һәр беребез шушы мөбарак булган җомга көннәрен кулыллап, мәчеткә, Казан нуры мәчетенә изге ниятләр белән җыелыштык. Аллаһ субханаху ва тааля безгә һәр бер адымнарыбыздан әҗер савапларын насип әйләп, һәр бер адымнарыбыздан гынахларыбызны, хаталарыбызны гафу әйләсен. Алхамдулиллаһи Роббил Аламин, Аллаһ Тәгаля безгә иман нуры биргән, менә мәчет юлы күрсәткән, Аллаһ Тәгаля безгә сәламәтлек, байлык менә насип әйләгән. Шуңа күрә җәмәгать, без сезнең белән һәр вакыт даими рәвештә Аллаһ субханаху ва тааляның шушы биргән нигъмәтләренә шөкер итеп яшәргә Аллаһ Роббул Гыйззә безгә насип әйләсен. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә безгә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Я айюхәлләзина аману таккуллаһа хакка тукатиһ ва ла тамутунна илля ва антум муслимун". Эй иман китерүчеләр, эй мөэмин мусламаннар, миңа карата тақва булыгыз ди. Хакыйкый курку белән миннән куркыгыз ди Раббыбыз әйтә. Һәм минем яныма, минем хузурыма мөэмин мусламан булган хәлдә генә әйләнеп кайтыгыз дип Аллаһ Роббул Гыйззә безгә шундый әмерләрен әйтә җәмәгать. Шуңа күрә алхамдулиллаһ, менә һәр беребезгә ла илаһа илляллаһ, Мухаммадун расулла кәлимәләрен әйтеп, шушы кәлимәләр белән шушы дөньядан да китәргә Аллаһ Роббыбыз безгә насип әйләсен. Алхамдулиллаһ, менә пайгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмне без пайгамбар дип һәр беребез сезнең белән шәһадәтләребезне әйтәбез. Мухаммадун расулллаһ дип, Мухаммад Аллаһ тәгаләнең килешесе дип, һәм пайгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә вахи иңә торган булган. Пайгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне намазга өйрәтте Джибраил алейхиссәләм. Ул шул ук фәрештәләр менән Джибраил алейхиссәләм, Адам алейхиссәләмгә хәтле үк булган фәрештә, шул ук фәрештә өйрәтте Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмне намазга. Үлем фәрештәсе булсын, әйбит, ул фәрештәләр алмашынмыйлар, алар шул ук фәрештәләр, менә электән үк булган фәрештәләр, алар бүгенге көндә дә кыямәт көненә хәтле иншалла шул ук фәрештәләр булачаклар. Хәм Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына килә торган булган, менә шушы фәрештә җәмәгать, ул да булса Джибраил алейхиссәләм. Хәм ул бер хәдисендә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм безгә җиткерә, Джибраил алейхиссәләм аңа насихат әйтә. Биш әйберне. Менә биш үзенең насихатын әйтә, ул да булса Джибраил алейхиссәләм фәрештә Мөхәммәт пәйгамбәргә. Ул кагыла Мөхәммәт пәйгамбәргә генә түгел, ә кагыла безгә дә сезнең белән. Хәзерге вакытка менә кыямәт көненә хәтле булачак кешеләргә һәрберсенә кагыла. Шуңа күрә җәмәгать, сез шушы хәдисне иншалла бик җитди итеп тыңларга тырышыгыз. Бу хәдисне кем укый, бу хәдисне кем тыңлый, аның менә шушы дөньяга карашы үзгәрә. Приоритетлар икенче барлыкка килә. Дөрес приоритетлар барлыкка килә. Шуңа күрә инде җәмәгать диккәт белән тыңларга тырышыгыз. Ошбу хадис китерә имам Хаким хадисләре җыентыгында Сәхил бин Саад әс-Сагиди, Аллаһ аңардан разы булсын, шул кешедән риваят ителә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән: "Атани Джибрилу алейхи сәлам фақал: "Я Мухаммаду, иш ма шиъта фаиннака майт. وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس". Джибраил алейхи сәлам, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә мөрәҗәгать итеп әйтә: "Я Мухаммад, әй Мухаммад, ди, күпме теләсәң яшәргә яшә, ди, әмма ләкин син шушы дөньядан китәчәксең. Син кашандыр үләчәксең". Икенчесе булып әйтә: "Кемне яратырга теләт, кемне телисең, шуны ярат. Менә кемне яратып, шуны ярат. Кемне телисең, шуны ярат. Әмма ләкин бел, син аның белән аерылачаксың".
Ишле нерсе ишлерге тілейсін, әмі лекен ол ишлерің үшін жауап қайтарашақсын. Хан біл шыны дей, мүмінің ин қадірлесі шолдыр дей, кім түнгі намазларын оқи, кім түнгі намазларын башқара деп әйді. Хан мүмінлерінің бейік болуы, болушысы шолдыр дей, кім кішілерге мұқташ түгіл деп әйді. Пиғамбарыбыз Мұхаммед сәлемге шушындай сөзлеріне әйді, барағыз әлі. Шуңа көре, енді біз сіздің білен, мені тұршыға тиешбіз, шундылардан болырға, хәм ең біріншісі біз сіздің білен әйттік, Джибрил алейхиссалам пиғамбарыбызға әйті, «Иш мәші іті фә инна кәмейіт». Нешік ешерге тілесең шулай еші, әмелекен енді, син исіңді тұт, син мәйіт, син шушы дүниядан бірер қашан кетешексің. Аллаху субханаху ва тааланың қаршысына әйленіп қайтешексің. Шуңа күрә біз дә сіздің білен, мені шушы дүниада тұрышабыз. Мені үлінлер ашарға, әйбет, мен вегетариан іздеушілерді бар, үлін ашыянда витаминлар қабас, барзалға бара, тігісін үшлі, әлінерсілер анда іші, тігісін ниті, әзірлене, көбісі енді нителер ұзағырақ ешермін дейіп, мен мұсылман ұл түгі барыға керек түгі деген сөз түгіл, ол да спарзарға бара, әмілі кен ол мұны әзіне күшілерек здоров ойрақ болырға дейіп, витаминларын ошын етерге дейіп, әмілі кен ол вақытны ұзын айтып болмай. Аны яқынырақ та етіп болмай. Әдем баласы язылған вақытында шушы дүниядан ол кетешек, хәм Раббыбыз Аллах тілінің қаршысына ол әйленіп қайташақ. Әдем баласы бүгінгі күнде ол әзірленмей. Мен кішінің, кстати, шондай бір әйбірі бар. Ол біле, что ол бұл дүниядан кете, әмі лекен ол әзірленмей. Мен бірсінде, онда уже қор жатқан еді енді. Қазір скоро тоже қор кетешек, бүгін ертең әзіңе аялайды. Қор жатқан еді уже, мен уже зимний резинада, и орттан кетіріп, біреу дух етіп, кетіріп бәрілді. Шықтым бетінде, ебі айтан еді, қышты кина жетті дей. Қышты кина жетті дей. Мен айтамын, неше күнде кина жетті сіз нәрсе? Мен айтамын, жай бітті, яфрақлар қиылды, күз болды, башта тоңдырды, мен айтамын, просто минус кетті. Анасы мен айтамын, қар шол бұз үстіне яуды, мен айтамын, сен мен әлеттерді келдің, мен айтамын, и менің машаның артына кірдің, сен мен айтамын, әзірленмедің. Юк, кинет келді бары бірде, қыш кинет жетті де. Мен шуна көре кіші шушылай етіп алдана, әмелекен шулай етіп біздегі мен ұлығая, мен итен деп әйтерге тиіш түгіл біз, әмелекен енді жәмәғат кіші шушы дүниядан ешлер де кетелер. Шерлер бүгінгі күнде кетушілер де бар. Шуна көре біз, мен мұсылманнар, әдем балалары жәмәғат сіздің білен, хәр бірі біз әзір боларға тиішіміз. Раббыбыз Аллаху Субханаху ва Тааля Ағра сурасының 34-ші бізге аятында әйті, «Валикулли умматин әджел, фә иза жаа әджелухум, ла ястақхируна саа, ва ла ястақдимун» деп әйті. Раббыбыз Аллаху Тааля әйті, хәр бір үмметнің, хәр бір кішінің әжәлі язылған енді дей, сүңгі күні сұрағы язылған енді аның дей. Әгер де ол келіп жетсе, аны сұңартып болмай дей. Хам аны яқын айтып та болмай деп әйтер Раббыбыз Аллаху Тааля. Шуңа көре, біз мына мында сіздің білім отырабыз. Мында бар яшілер де, яш жігітлер де бар. Әмелекен бізнің вақытларыбыз, хәр бірі бізнікі жәмәға язылған. Хам біз сіздің білім әзір боларға тиішіміз. Біз бұ дүнияға мәңгілік келмедік. Хам кіші, мына шушылай етіп яшегенде, ол жәмәға екінші түрлі яши. Ол бірсіне де өпкелемей, ол бірсіне де күнләшмей, ол бірсіне де ашуы да тұтмай, оланда не дедір, отношениянда выяснять етіп, ол вообще олай етіп үйірімей. Шулай Раббыбыз Аллаху Субханаху ва Тааля Әл-Жумъа сүрәсінің 8-ші аятында бізге әйті, «Әуз билләхи мина шайтаныр раджим, құл иннал мәутәл ләзі тафирруна мин, фә иннаху мұлақикум, сумма тұраддуна илә әлімил ғайби ва шахада, фә юнаббиукум бима кунтум тәмәлун». Раббыбыз Аллаху Тааля әйті, «Әй Мұхаммәд» дей, дүрісілікті ол өлім қойсысынан, алар қашалар дей, алар оның білен, ұшырашашақлар. Біз қар біріміз, өлім білен ұшырашашақбыз. Хәм Раббыбыз Аллаху Тааля әйті, алар әйленіп қойташақлар дей, менің яныма. Қойда Раббыбыз Аллаху Тааля көрсетешек шулған әлләріні, кішілерінің ішілеген, ешерінмі ол, ашықмы ол. Хәм әдем баласына шуларына Аллах Раббыбыз фәйюнәббиукум ол да болса хәбәр итешек аларға. Шуңа күрә біз сіздің білен хәр біріміз, яшейбіз, әмі ләкен ол тұрмышы бізнің бар азағы. Икінші болып, пиғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләмге ол да болса, Джибраил алейхи сәлләм әйті, «Ярат кімні яратырға тілейсің, әмі ләкен біл, сен аның білен бірер қашан айырылашақсың». Есіңді тұр, что сен аның білен айырылашақсың жәмәға. Шуңа көрі біз міне, яратабыз, кім білендір дұслашабыз, ол біздің дұсты біз деп ертәбіз, әмі ләкен қиямет күнінде,
мына шушы біздің достыбыз бізге келерге мүмкін. Аның мені әжеті бар еді. Ол тігісінде шылай етіп-әйтіп, мені өпкәлетті. Хам тағын екінші әйберлерін әйтірге мүмкін. Шоңа көрі Раббыбыз Зухра сүрәсінің 67-ші аятында бізге әйті «Әл-әхиллә уяума идин бағдуғым ли бағдин әду иллә мүттәқин» деп әйті. Шул де бір-бірсін яратушы дұслар деп Раббыбыз әйті, қиямет күнінді бір-бірсіне қарата дұшман болашақлар деп әйті. Мәнелер бір-бірсін яраталар, дұс болып юрилер, мәктепті де бірге оқығанлар, может быть, мәшетке де бірге юргенлер, әмі ләкін қиямет күнінді бір-бірсіне қарата дұшман болырлар дейді. Исінәт шәшекінің қиямет күнінді. Аха, ол мен әттігі әйбіріне тиеш еді, ол мен әміні берірге тиеш еді деп, шушы әйбірләрі аның изәмәғі исінәт шәшек. Кімнен башқа, иллел мүттәқин деп әйті, Раббығыз Аллахтығы. Шулардан дей, кімнен тақуа? Тақуа кіші ол әлбәттә. Бірісіне хәтті өпкәләсә дә, ол қалдыра аны, ол аны ғафу ите, һәм инша Алла қиямет күнендә ул адам баласы алачақ бик нык зур әҗир савап. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз һәр беребезгә әҗир саваплы булырга насип әйләсен. Һәм инде дусларыбыз тақва булсын. Бездән дә яхшырак булсын. Безгә Аллаһны искә төшерүчеләрдән булсын. Мин бит гөлтәгә мисал итеп әйтәм, если вот достать телефон, у нас в телефоне обычно там написано, не знаю, я же рассказывал, Наиль, я вот Наиль, да, меня специально там один записал, в своей телефонной книжке на ильниках. Ну, понятно, ему зачем нужен. Вот написано «Рафаэль автосервис», «Рамиль врач», что-то еще, да. Дружба идет по каким-то профессиональным этим. Из-за богобоязненности, чтобы рядом с нами были братья, друзья наши любимые, чтобы были именно богобоязненные. Так вабалдалар. Безгавал файда была шахшушида нью дадахам, инша Аллах, киямет кинен дадахам, ахиятта, инша Аллах. Үшіншісі болып, ол да болса, пирамбәрібіз, салаллаху алейхи вассаламға айта, وعمل ما شئت تلسى نفس إشلاء ملاكين قول سين غمالارين إشن الله تعالى نن قرشصنده جواب قيطرة شخصن ديب أيتا جبرايل عليه السلام پیغمبر ربس صلى الله عليه وسلم شما قرأ بس بتن غمال ربس إشن قرشصن بس سنن بلان إشلي بس رب بس الله تعالى نن قرشصنده جمعه خار بربس جواب لاربزنا قيطرة شخص بس پیغمبر ربس صلى الله عليه وسلم شلايوب أيتا خم بل شنو ديده Кімді кім түнгі намазыны ұқы икен, қияму көбілләйл, түнгі намазыны ұқы икен, ол Раббыбызның қаршысында ин қадірлісі. Шыңа көрі жәмәғат мінә біз түнгі намазларыбызны ұқып, сіздің білән жәмәғат шылайы қадірлілерден Раббыбызның қаршысында боларға Раббыбыз бізге насип әйлесін. Хәм ин бейігі әдем баларының ұл шул, бешіншісі бұл да болса, ұл кішілерді мұқташ түгіл. Ол мінә әгер де мұқташ екен, ол мұқташ Раббысында ғана. Тегі кішілерді түгіл. Шыңа көрі біздің бір чечератты нешік. Бірісінің қатты ердем сұрыбыз екен. Мен мұсылман қардашы бізден, біз башта Аллахқа мұражағат етеміз. Анарысын бара біз врашқа, таныш болған хирургқа. Анарысын бара біз тағын қардаштан ердем сұраға. Әмі ләкен ең біріншісі біз сұрыбыз Раббыбыз Аллаху Субханаху ва Тағаладан. Русшасында айтам, айтырған ұттым. Есть один такой хадис, где пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, передает нам те наставления, которых ему передал пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, сам Джабраиль, алейхи салям. Он явился к нему и сказал: «О Мухаммад, живи сколько хочешь, все равно ты умрешь. Люби кого хочешь, все равно ты с ним расстанешься. Делай что хочешь, но ты будешь спрошен за это, и знай, что достоинство мукмина в совершении им ночной молитвы, а величие его вне зависимости от людей». То есть здесь первым пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, нам говорит о том, что ему Джибраил, алейхи салям, сказал: «Живи сколько хочешь, но все равно ты умрешь». Китащаксин буду не дан. Из-за этого джамават мы с вами должны быть готовы всегда. Азер буларгат ишвес. Не так, чтобы было, что вот кинетка на порты, что там, еще что-то, а должны быть готовы и не только там кафендык, не только там ограду или место там себе где-то выбрать на кладбище, а именно со своими деяниями, именно своим покаянием перед Всевышним Аллаху Субханаху ва Тааля. И также здесь Джибраиль алейхиссалям говорит: «Люби кого хочешь, все равно ты с ним расстанешься». Он им блян ойрлашатся. Мы с ними расстаемся. Без аллардан ойрлавас. Иногда вот приходят в мечеть и говорят: «Мама, говорит, умерла». Я говорю: вам, наверное, лет там 50-60. Он говорит: «Да, маме-то», я говорю, «сколько было?» Он говорит: 80 с чем-то. И плачет. Вот, говорит, она ушла. Человек не был готов. Без сознан былян, азер буларга тейшбес. Мы сами должны быть готовы, что мы расстанемся со своими близкими людьми.
И также пророку Мухаммаду, саллиллаху Джибраилю алейхиссалям, говорит, это и к нам также относится. Делай, что хочешь, но ты будешь спрошен за то, что ты совершал. Из-за этого, за те деяния, которые мы с вами совершаем, мы будем спрошены перед Всевышним Аллаху Субхану Хватаре. Какие бы мы они ни были, маленькие они или большие, улзур ишлерма ул, белякей ишлерма ул, Роббабасның Аллахы Тааляның қаршысында біз сіздің білян хар бірі біз жауап қайтарашақмыз. Недавно был на мәжлесе и начал читать Коран, Корану қи башлады. Мужчина такой сидел, здоровый, он меня забрал как раз отсюда и обратно привез. Здоровый и плачет. И у него прям слезы текут. Никто не плачет, он плачет. Я думаю, арабский что ли понимает, может, то, что я читаю. И потом я у него этот, все, мэжлис бетте, обратно сюда едем. Я говорю, вы, говорю, заплакали мэжлисте? Я говорю, почему вы плакали? Может, говорю, вы аяты знаете, которые я читал? Может, порядок сузуки созмаля, может, вы, говорю, намаз читаете? Он говорит, нет, просто, говорит, как начали читать, я, говорит, сидел, говорит, в тюрьме. Тюрьма, да, говорит, утрда. И вот это, говорит, в душе у меня начало свой вот этот грех, да, прям начался как-то будоражить мое сердце, мою грудь. И мне, говорит, жила Абжибердом. Я, говорит, вот чудодействие, говорит, Корана. Шумакураджи Мават, мы за свои деяния будем отвечать, и каждый это знает, и мы должны об этом всегда помнить. И узабызга искать шарыбызга. Шарыгатишбыз. Хиямет кэнэнда Аллах каршына бары басашакбыз. Хам Раббабыз Аллах тэлэ бізден шушы гамэлэрэбыз шин сурайша. Четвертый пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, нам говорит, что, это достоинство мукмина, верующего, это в совершении ночной молитвы. Тенгэ намазну уху джамэра. Хиямуллей. Это, знаете, так прекрасно, когда син, до утреннего намаза там остается сколько-то минут, а син читаешь намаз тахаджуд. Многие могут сказать, я не высплюсь, у меня завтра там в институте на паре сидеть, мне нужно идти на работу, в 8 утра там у меня собрание, мне нужен доклад, на садарсилярга, не тарга. Но тот, кто читает ночную молитву, следующий его день, он проходит просто прекрасно. Что удивительно, я посмотрел, сомнологи, те, кто с нами занимаются, они говорят, тот, кто ночью бдит определенное время, анда, то есть он поспал, проснулся и бдит икан, обратно ложится спать, то в мозгу там что-то происходит, что-то там выделяется, мерсадабгита, и что ну, какой-то фойда килятанена, ему в тело какой-то приходит, какая-то польза от этого. И за это же наукой тоже доказано, что мы говорим, иншаллах, бессознан блян, если будем совершать ночные молитвы, молиться Всевышнему Аллаху Субханаху Ва Тааля, больше будем читать Коран, то Всевышний Аллаху Субханаху Ва Тааля даст нам баракет, иншаллах, благословение в обоих мирах. Последним пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, ему Джибраиль, алейхиссалям, и мы, и нам говорит, величие верующего вне зависимости от людей, чтобы мы с вами не зависели от людей. И как говорил Резаддин бин Фахриддин, интересные у него такие слова есть, он говорит, лучше я буду ходить в зашитых брюках, чем у кого-то брать в долг. Я молу шалбар блян лучше мина ерыргады, чем брэсэнэн кэжетке ақша алуға қорағанда, дейп айтатырған болған. Мина шуа көрі, инша Аллах, хар бірі бізге, Аллах Роббул Ғизе, бәрекет хам сағадат берсін, икі дүниянында бәхетіне ершірген насип әйләсін. Хам шушы мина биш әйбіріне, бұйын да әлбәтті бікні қысқарына болды, әмәлек енді шушы биш әйбіріне, Джабраил ғалейхиссаламның Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямға әйткенін істе қалдырға хар бірі бізге Аллах Роббабыз насип әйләсін. Бақыт бар Также у нас джамаат идет строительство прекрасное. Если видели при входе в мечеть, с левой стороны, если вы ходите, то справа. Крыша уже сделана, прекрасно идет работа. Из-за этого джамаат, если у кого-то есть возможность, кто-то желает в этом поучаствовать, вы всегда можете садака сделать, положить именно в ящик. Ящик с фасолога можете. Ун сумлапта джамаат кубжила. Даже по 10 рублей собирается очень много. Из-за этого джамаат мы нуждаемся в этом, чтобы у нас был дотаганда шунды урон намазу китрган, где можно молиться. Из-за этого джамаат, кто если не мы. На той джима я здесь не был, был в другой мечети, и там хазрат рассказывал. Он говорит, так, говорит, много мусульман. У нас, говорит, так много вообще. В Казани много, говорит. Если бы мы еще, говорит, были все вместе, еще были бы, говорит, брыгя, объединенные, говорит, были бы, не было бы у нас вообще просто проблем. Барни, где-то проблема ларабас был нас. Шума куря, иншаллах, Аллах Роббул Ғизе, хар бере бізге баракат сағадат берсін. Бір бере біз білян дус боларға насип әйләсін. Субханаллах, бихамдик, ашхаду алла, илля, астагфируллах, ва атубу.